Ох, как же хорошо ничего не делать в своем загородном доме, где нет отопления, водопровода, воняет крысиным дерьмом, но есть хотя бы свет. Отлично, теперь можно не тянуться до выключателя, чтобы лечь спать. Какой знакомый обгашенный смех у этого электрика. Марш, марш. Я вижу твои глаза. Они больше не мои, злой гелий их похитил, марш. Твою мать, отдельно от лица твои глаза смотрятся еще более отвратительно. Ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла. Что вы делаете? Как что? Проверяем зрение у маркулиста. Я, кстати, за вами буду. Уходите отсюда! Подожди, а как же неожиданное... Убийство! К сожалению, это моя последняя спичка, поэтому увидимся как-нибудь. Никогда, надеюсь. Да что вам от меня надо? Нам нужна твоя лень, Морж. Нет, не забирайте ее, это единственное, что у меня есть. А как же бубенцы, Морж? Бубенцы, 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 Морж. Чего? Какие еще нахрен бубенцы? Вот эти. Или вот эти. Иди нахрен отсюда, дай мне поспать, а? Слышь ты, дятел, тебе что, несколько раз повторять надо? А ну жри землю! Я не хочу! Жри землю, тебе сказали! Она невкусная! Блин, ты такой харизматичный!